Are you keeping me at a distance? Сейчас полетим на шарах. Вот готовят наш шар. Будем слушать Александра Попова в беспроводных наушниках на 2500 метров над землей. Keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? Мы собираем диджейский стол. Взяли USB фанеру. Под нее мы подкладываем поролонку для того, чтобы в случае удара наша техника осталась живой и ничего не повредила. Готовимся к взлету. Осталось только подать питание. Единственная кнопка. Вы ее нажимаете, и он работает. Входим в небо. Сейчас ставим корзину на эти рельсы, разгоняемся, и там в конце трамплины, опа, и пошли. Вон туда, на солнце пойдем. Страшно же все-таки. Уже какой четвертый шанс не пролететь. Красиво, музыка, здорово. Это было великолепные виды, очень красивый закат, хорошая музыка. И все здорово. Хорошо, что я не вывалился и не потерял девайсы разные. Вот, было прекрасно, мне понравилось. Еще хочу идти на шаре. Я в шоке, но не проявляю такого удивления, как взрослый. Еще при посадке было как-то не очень. Как будто землетрясение, когда... Да я такой одинокий. Вон искатели неровные. Просто невероятно. Такие виды, не знаю, ты даже знаешь, чем сравнить. С полетом птицы, наверное, очень. Это сделали впервые в России, это было круто.